Там мы не просили просто. Так скажем, бывает. Мне камни ставить на туалет. Камни, ну да, камни нормально, тема, кстати. Если на кто-то похавает. Поиск, будь чел. Поиск, что же есть еще? Ну, жмите. Поиска по хакуапле. Ну да. Заслужил. Ну реально. Ага, еще ни разу не оттолкнул, да? Что такое? У меня бес нормально, кстати, стоял. Я не знаю. Понял. Или еще не готово? Ладно. Там, готов? Четыре, три, два, один. Хорошо, 800 миллионов. Поставь его чуть подальше. Мама. Зато маска середней была, из-за этого получилось хорошо. Ну, в общем, да. Я думал, что вообще здесь не продам. Получилось. Са, смотри, чтоб никого не цеплял. Я оранжу прописал. Там она, на самом деле, не такая уж большая. Бенки вроде никто никаких не пробивают, да? Не, ну нормально. Ну так, знаю. Две пучки, кстати. Гера, давай. После следующего кольца нужно позбежаться. Да, после кольца сбегаемся сразу. Сбежались. Разошлись. Рано разошлись, сначала поделили, потом разобили. Так поделили они уже. Плю левее. Левее, левее. Вой, чуть назад можешь отойти, чтобы не лутать, ага. Готовь, так, сейчас... 4, но стаковый. Да. Жмите, это 4 сокрыл. Давай. Будет сейф. Да нормально все. Вот. Не надо сейф жать. Здесь пыльте, Бен. После этого сбегаемся. Сбежались. Последний дерьмич. Разошлись. С этим поебальнику от двух получил. Я не могу отойти. Слева близко, да. Ну пофигу, валяйся. Сейчас это на своих сейвах надо. А, где я? Че, глюк не нажал? Ну, блядь. Ладно. Че, хвались. Ща, я соберусь, нормально все будет. Тоже. Да он. Синга, что он там сказал? Че? Да говорит, Роспотребнадзор закрой. Там YouTube, блядь, Twitch. Ну да, YouTube будут закрывать. Роспотребнадзор! Похуй. Сука, реально Роспотребнадзор? Гений. Когда это он сказал?
ты вон как. Печка, иди погибай, печка, иди умирай, бля, печка. Нахуя? Ну тебе дебаф от Гера. Че, можешь спулить, сдохнуть? Не надо. Вы выйдите, пусть он сдохнет. Блять. Повезло. На скольких процентах? 84, да? 74. Чуть назад отмотай там пару раз. Что-то я смотрю с декурсом, когда третий декурс идет, вроде таймер проходит. А не, больше сейчас скину. И декурса нет. Он багается. А потом, когда идет четвертый, он где-то на 4-5 секунде появляется. Реву сделаю. Сейчас еще 5 минут. Рит там Геру идеальную дал. Даже страшно представить, что там происходит. А не на клон. По идее, смотритель уже должен быть. Так. Веслин саппорт перепей. Ниго. Я сейчас смогу повесить. Вовсе больше пока что. Тут проблема, пока мы плохо играем. Хилах. Ниго. 5, 4, 3, 2. 2, 1. У. Тебе помочь или ты сам? Проблема в том, что типа то, что ты помогаешь, на самом деле бессмысленно, потому что я все равно за этим слежу. Волей-неволей. Ну давай сам помогай. Че, я не говорю, я сейчас просто чуть-чуть больше фокуса. Будет нормально. Там глю не заносил, чтобы бабл был нажать. Сам себя не поднял тоже. Фри должны были проходить. Давай, Неру. После кольца сбегаемся. После этого сбегайте. Сбежались. Разошлись. Так, Дирмич, давай Т4, я Рассин Сокол. Не могу отойти. Ну, стой в одну. Так, после этого сбегаемся. После. Сбежались. Я шапичка. Разошлись. Смотрите, главное, чтобы не лутали два. Так, глюк, готовься бабл сакру дать. На своих сейвах сейчас проходим. Сейчас лосет надо будет глюк нажать. Глю, жми сакро. По своей сейвы сейчас. Покорись с ним.
Возьми посох, пожалуйста. После этого сбегаемся. Сбежались. Сусет Бентли. Разошлись. Ой, я попал. Ничего страшного. Ресы войд. Не надо пока, нет, стой, стой, не, не ресы. Жми, жмите, Дерми, Т4 жми, как откатится, я ресин сокрыл. Не успел подняться. Не, я тупанул, блядь, бликанулся и нечаянно на Е нажал, на глубо. Чё ты не бэришь? Подожди пока еще. Да куда он сейчас побежит их бэрить через всех? Сейчас после этого сбегаемся. А трупа переместить? Да, сбежались. Люди ночью. Зашли, наверное. 40%. Ладно, падайся. Пофигу, не хочу 3Б, не хочу 2Б рождать. 20 минут в жопу. Нормально все было, в принципе. Че, бля, убил? С того, как Сусат умер, можно было, да. А, Бентли не отошел от него. Бентли, ты этот от Блю не отбежал. Мой слаг был, мой. Не, я все отбежал сразу же. Не, ты этого, ты убил его. Хаки слишком близко стоял. Я блинканул. Там можно смело после смерти Сусада сдавать. А, хаку. А, и... ты еще, ты на Сусаде еще хаку убил. Но я блинкуюсь печенька, он не в метке стоял. И... Ну, понял. Ну, ты еще потом глыбу нажал бесполезную. Да, да, да. Ты тоже мог выжить. Руки трясутся. Трусятся. Получается так. Не, я просто блинкуюсь, а у меня на Е, блядь, глыба. Ты, блядь, ПВП, ты защиту, ты не знаешь, где у тебя кнопка. Ты когда вот мы сбегаемся, типа, условно, если там прок, ты жрающий, ты можешь от огненной магии защиту сажать и все. Да это я знаю, она у меня стоит. Бентли просто от глюни отошел. Ну все, типа. Это получается, как я не отошел с луны тогда? А хули вы лежите, блядь? А, да. Там вот это кольцо, ну типа мы сбегаемся, после того, как мы сбежались, вот урон получили от пожирающего пламени, мы его поделили между собой, надо разойтись, чтобы кольцом не убило. Я ты недостаточно от Глю отбежал, ты его убил. Вот. Я все понял. Тут портал сразу сюда вставай. Сейчас вы уже должны были плюс-минус понять, как это работает. Чао. Жанна перевести 40% дальше уже плохо. Ну да, там. Ну как бы, ладно, там еще надо будет, конечно, поделать что-то. Ну, бурст, окей, и прожать эту хуйню стан. Ну самое сложное, да. Самое сложное 40% первое. Перенести. Ну как, 60. Ну 60, да. Как он иногда... Сверх вылетел, не? А вылетел, я думаю, что у меня не есть еду. А я ел. Понял, принял. А у Хаки ранги 10 прописан? Я просто смотрел... Там ранги не совсем 10, там на самом деле по ощущениям где-то ну 7,5, может 10. 8. Там не 10. 10. Либо у тебя ДБМ хуёвый и радар говно. Типа, там по ощущениям можно что ближе стоять, чем написано. Нет. Раньше 10 и все. Яшка, Сим. Вы качали? Для ХЗ, если посмотреть, да. То, по-моему, этот хаки... Ладно, близко. Так, как этот сервер рекап хорошо. Что ты, Барон, говоришь? Не, ну обычно... Брю, качнулись уже? Да, у меня 80 сегодня. Вот суки, блядь. А, не, похуй, там же сегодня нету этого выходного дня. Я как раз таки под подставочки апнулся. Либо знаешь, либо типа можно тебя на Сусаде переставить в нашу сторону. Какая разница? Да просто типа смотри, если условно прокают вдвоих, ну, типа если прокни, например, в меня и Войд Фьюри, мы будем 2 на 3 делить. У меня на 112 мой ППшка. А типа, у них, так мы будем делить 2 на 4? Нет, я...
Так у них точно такая же, только я за этим слежу постоянно, я смогу то рейдаром блинкнуться. Я вот на этом поле только что сделал так. Что, менять? Я могу подсейвить таким образом. Наверное, нормально все, блядь, было. Вы сейчас уже босса убили просто. Ну, да, сейчас уже вот как раз таки мы на хилах нормально сыграли. Сейчас вы подслакали. При аке. Получается так. Так я пока этот отойду пока. По-моему, заходит, не? Не, так быстро не может запуститься сервак. А меня наебали. Видишь, блядь. Чтоб серв за одну минуту включился, чё, ёбан? Вчера так подъебался. А нет, выходные когда-то или вчера? Вчера точно не выходные. А, бля, вчера же воскресенье. Бля, уже забыл. Мы вчера накачались, бля. Кого качал? Паладина. Нихуя. Блокером будешь? Хуёкером, бля. И тебе будет говорить, ты бесполезный кусок говна, не можешь, блядь, стан в секунду нажать, нахуй. Мне вашку дадут, я нажму, бля. Так вы не будете и ВК ходить. Ты же юзлес, хуйня будет ссылка. Мы союзали, за плащом тебе не надо? Ну, если плащ 50 на 50 всегда закрывать, то да. Но сколько ВКД уже не закрывать 50 на 50? А ты кто? А ты кто, блядь? Человек, нахуй, паук. Так, я вернулся. А ты кто такой, чтобы мне вопросы задавать тут, блядь? Ты кто есть ты вообще? Кто ты такой? На этих, на животных вайпаетесь, еще выебываетесь, нахуй. Я не вайпаюсь, я на роге. Я, блядь, смотрел тот трайдах. А мы также, кстати, 50-50 проебали. Просто я, блядь, выходит обезьяна ебучая, я нажимаю прилив, и он мне просто нахуй тычку на 30 кал ебало. Мы сейчас погибель били, я пиздел. Погибель села, ёбнула меня по приколу. Повезло. Не, нихуя не заходит. Не, блядь, вот что-то раньше прилив прижимаешь, вот даже когда бьёшь ануба, там перефаза, он закапывается, ты блинкуешься, нажимаешься прилив, и хуяк на тебя все, блядь, жуки бегут, прям все нахуй. Даже хил столько агро не добирает, сколько ты при приливе. И тогда, блядь, когда выходит какой-нибудь моб, то все пиздате. Даже будет страшно на леге нахуй прожимать прилив. Конечно, там, он, когда мы убили. Нахуй они кумак эту проходку делают? Чел даже сдекурсить не может, нахуй. Все будет хорошо. Не, ну если в пятницу ссылка будет, меня не возьмут, я на замену попрошу, скажу, чел, блядь, не у всех проходки есть. Посижу на чиле, посмотрю стрим Рида. А в пятницу надо еще подфармить, нахуй, репу. Сколько это примерно займет фарм репы? Ой, бля, ну 50 раз КД где-то обновляет. Там же, будем, мы всю ночь будем сидеть долбить. По-моему, за заход, а под флаской побольше. Крепеж с него? На мыле. У нас еще два слота есть. Я пойду. Файры делай сразу, бля. Я и хотел файры. Ты... Надо фроста менять тогда. Ну поменяешь, ничего с тобой не случится. Так, купи мне четвертый спек. Чё как пидор. Так, все, я тебя закинул. Так, у нас один слот. Нам нужно 2 хила туда? Нам 2 хила надо туда? По-моему, да. Только там вот давайте вот идем, блядь, почти до Тау, чтобы прям уже отрубались на то-то, блядь. 2 часа кто-то посидит и съебется, и потом добирать кого-то хочет. Ну, давайте прям до конца. Фармлю, и с вами пойду. Ну смотри, кто здесь, кто может ливнуть? Коля с вами пойдет. Кто угодно, ладно. Быстро, блядь. Быстро понял, блядь, что кто угодно. Я же сейчас пофармлю, бля. Мне зад на работу пока. Так, ну, фриаки же. Нам хила одного надо, на самом деле.
А что кто? Такое? Что у вас случилось? У нас на рибофарм хила не хватает. Так а там что? Ну, а ты, кстати, яйцо. Уже пачку на второй репофарм готовишь, тебе там на сове или на вдруг пойдет. Ты там на дубальчике, слышишь, одеранный? Он заходит. Я там вылетает, я пару часов сразу перезагружаюсь. Уже сколько раз пробовал. Да нет, там один репофарм. Ну, два хила, мне кажется, надо будет, но танк один. Нет, два хила точно надо. Там же, блядь, большие скелеты, хуй знает, как проебывают. Ну, по одному. Типа, ресины покупало? 4, блядь. А вы во сколько по времени планируете начать? Заходите. Ну, как РТ в ЦЛК закончится? 12 где-то, да? РТ в ЦЛК у нас закончится? Ну, 12, да, МСК заканчиваем и идем. Ну не знаю, я, конечно, мог бы с вами сходить, похилить в теории, как бы, но я не знаю, вывезу я до утра, нет. Как бы вот в этом вопрос. Я сразу 2-3 энергетика беру, бля, в пятницу. Я, наверное, тоже пожалуй, блядь, и пивка еще взять, нахуй, чтобы под пивом сидеть. Я музычку врублю. Под пиваса танка берете, парни? Че? Под пиваса на танка берете? Ты уже записан. И, кстати, там делай что-нибудь, чтобы ты был ГДК и уже у тебя с КД было. Не похуй. Без КД? Заходите. Ну там, блядь, талант, который вас сокращает, и уже, блядь. Только два пиздатых пацана зашли. Это где это, блядь? Это шо? Это за талант? Так у нас будет две роги, хант. Ну, вообще, ну, блядь, вообще все. Будет. Трэш должен улетать вообще, блядь. Две роги, хант и ретрик. И фаер не еще должен сделать. Быть. Фаер, АДК у нас. Бля, я Т-10 должен купить, нахуй. И лок. Как раз купишь четверг. А, так, подожди. У меня нету Д и Фаер 4Т4, там же у него же глыба. Как ты ебашь этот, вот этот столб ебаный. В смысле у тебя нету Д? На что ты у Д тратишь, блядь, объясни. Подаю нахуй. Такой ты, блядь, полупокер. Так, 4Т4 Фаер, АУЕ нормально ебашь. Когда АУЕ, стоп, АУЕ, блядь. АУЕ, фартумастер. Ну все, заебись. Подожди, в смысле? В смысле Фаер, блядь, это 4? Это что сейчас за высер был? Он по трэшу нормально ебашит, что там, да, глыба. Подойди, я почитаю. А? Что он делает? Фаер онли по 10. Не, я говорю в трэш, в трэш для целка. Заводи мозги. А, ну это возможно. Блю, что значит шутка? Я писал, кто хочет, пишите сюда или в ЛС. Ты ни туда не написал, ни в ЛС не написал. На самом деле, типа, ну, Глю, если пойдет, так заебись. Все, если хочешь, все, года убить. Типа там по АУЕшке вообще заебись все будет. Если там, блядь, мобы по 10 лямов хп не будет, а боссы, блядь, по 100. Да. Ну смотри, Яша, Синг, да, кстати, вот нормально. Сайт, доля. Все же понимают, что у нас дамажит там только 4 человека. Так в трэш вообще заебись. Не, ну у нас фаер будет, там у ретрик есть, мана будет, ретрик будет, и башт, он еще купит себе 2Т10. У Бори у него будет просто, подожди, блядь, крутить. А слякать будет? АДК. Слякать будет? Ну, в АДК пойдет. Не, не, вопрос, он будет вообще? Ну, он написал, что пойдет. А вопрос что, про ЦЛК? Ну. Я думаю, репофан? Мы упремся в этот, блядь, в КД. О, да, мне тоже что-то мы упремся. Подожди, а локу в ЦЛК нужна репа? Или там ты не вывезешь только фармить печку. В смысле, а сколько мы часов собирается? 7-8 фармить. 7-8 часов. Чел. Я в БДО хуярил по 15 часов. Вставал, парбил один кем. Печка, тебе не доверяю. Этому делу. Я, блядь, видосы включу и музычку буду сидеть, нахуй. Как, блядь, зомби ебаный. А, Синг, блядь, разбудите Синга. Может, он сейчас попробует зайти за меня. Подожди, сколько за одну проходку? Сколько можно заходить в ЦЛК и обновлять в час? 5? Да. Смотри. 5. Не 5, больше. 5. Больше. Больше, я до 8 заходил. Просто роги и ханты, и, блядь, фаеры. Еще и отпал. Так, а нахуя реп в ЦЛК нужна? Вы мне скажите, пожалуйста. Кольцо. Роковое, бис. Ты его, блядь, снимешь только. Как он называется? Кольцо плюс баешки. Баешки, которые стоят. А, да, будем пилить за баешки или деньги? Да не, будем все зерон скидывать, он продаст деньги. Не, ну подожди, слушай, если там, говорят, ну, танковское кольцо, которое носить, там, условно говоря, шею, ну, а на шею... Как оно, как кольцо называется? Какой хватал случай посмотреть? Бля, я не помню. Какой там, блядь, баешки? Заходишь, и там будет. Ну, я уже помню.
Как и на союз, так нормально. Там 277 с проком, 270 СПД, по-моему, еще и... 285, 277 с локером. То есть мне реально по-хорошему надо идти и дрочить эту хуйню? Это бис кольцо, ты его снимешь только в ЗЭ. А, ну с этим, чтобы в ЦУК еще немного получим этой, блядь, репы. Так попал его. Кто спулил, нахуй? Печка? Пока, пацаны, я съебусь. В смысле, я еще даже не зашел. А. Да. Я зашел. А, красавчик, нахуй. Ну, блядь, беги, ну, так беги, вышло. Да. Прыгай, прыгай, блядь, гоблин. А, на, нахуй, красавчик. Просто, блядь, заебись, нахуй. Ну, блядь, я зашел там, ну, так вышло, ну, бывает. Блядь, короче, печка скидывается на почил. А, да, 6 голды, блядь, могу скидывать. Это бомж. Че, чекнул, че у меня 4-4 файл? Метеор на 19 кхп. Только я хз, делится ли этот урон? Или прям по каждому делится? Пишет, делится. Нет, там написано просто... Ну, 19 он больше будет носить. А другие, кстати, покажи на кольце. Не, ну прикинь, 19 кхп по каждому, блядь, при использовании, блядь, столба. Да не, он по-любому скалится. 19 кхп, это копейки какие-то. А правое что там? Ничего. А, блядь, хаст, ну вот, на демона заебись. Буду стоять, блядь, ссылка, блядь, вот, все. А, меня резать не хотят. Нет, да. Вставай. Да. Меня резать. Блядь, ману выключился. Пить метки расставлять. Я сейчас метки просто рандомные поставлю, надеюсь, уже запомнили, где вы стоите. Я нет. Поставь просто мою, пожалуйста. Я метки сейчас поставлю все, я имею в виду, что они типа другого цвета будут. Бля, вот смотрю и думаю, печать костяного грифона. Увеличивает уклонение на 44. Это ж такой пасос, его нахуй нам не надо, блядь. Конечно нет, блядь. Бля, какие боешки падают нормально стоящие. Я помню, что-то какая-то боешка была, блядь. Там столько стоило. Плечо, по-моему, она хпала. О, кстати, делик целка будет. Ой, виклик целка, да. Десятка и 25-ка. Ну да, кстати, там же тоже эти, по-моему, падают боешки. Надеюсь, это, а блядь, тоже, не дадут. Багруха, блядь, столько плюс, блядь, прикинь. Так, ну короче, так сделаем. Сосет, смотри, впереди, вот сейчас тебе метку поставлю. Печка, я твою чуть подвину. Да, ты думаешь, он оранжевый, короче, твоя. Опять хил у вас. Моя. Сосед красным станешь. Окей. Okay. И в ром будешь двигаться. Окей. Все. Где есть? Там рыбу поели? Да, СС на кого? Может быть, Фьюри. Можешь не спрашивать, сюда под рейду давай. Понял. Печка, у тебя все остальное убито, да, ГМХ? Сколько раз так что-то проходили, а сегодня какой-то... Он, по-моему, на ГМХ с нами не звонил. Он вначале с нами ходил. Да, а потом я на 2 месяца вылетел нахуй из игры, потому что меня задушило. Я это пишу до БМПУ. За мостик. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, бум. Я попал, типа, он плохо раскинул, да? Сейчас топчу должно было измениться. А мне из меток в ром заходить? Да-да-да, в ром. Ты еще смотри обязательно, чтобы там того беса не задевало. Вот его бес задевает, бес подвинь как-нибудь. Если бес сдохнет, то ты тоже будешь умирать. Это очень важно. Либо от него просто отойди. Нормально. Нас по поиску забили. Где Симпсон, который напоминает мне об этом каждый пол? Давай, Геро, после кольца сбегаемся.
Сбежались. Разошлись. Это хак нет. Дирмич, готовься, это 4 давать, реслин сокрыл. Жмите. После этого сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Так, ща глю дашь баблсак. Давай, жми. На своих сейвах сейчас. Свои сейвы жмем. В эфире печка. Это дерьмич. Сбежались. Ой, сбежались. Не заносишь. Я шипичка. Разошлись. Как только сейвы откатит, сразу жмись. Дермич на 4, я рисую цепу. Бэр мне, быстрее, бэр мне. Не вставай, не вставай. Я не тупой. Я видел эту руку, блин. Ну, я просто навелся. Так, побежали быстрее, там куда бежать? Там, второй... Он за 7, велись. Босса бить. Так вот надо? Да, надо, все надо. А если стойте, жив, стойте в кучу, стойте. Типа, забегите внутрь, чтобы не вылетать. С маны что-то думаете? Жми, fire resist, жми. Мастера жми. Дим кикнули. Не падайте, ладно. Да не было ничего. У Реслина мастер аур есть на файл. Да нет, у него мастер аура. Какой мастер аур у него в танке. А, это хуйня, я понял. Блин. Мастер аура у него в танке. Сори. Не было ничего. А у меня тут без должен умирать или нет? Не гим кикнули просто. Когда на той переходке вообще пофигу, там кто нового. Кто-то. Они не призываются без... Ну типа они... А, без бес, он бесом не приносится, короче, в этом. А, окей. Тебе его то призывать есть... нужно будет в новом мире. Похуй, только на первой фазе бес нужен, так, а потом поебать. Вот на той фазе, где мы переходим, Бентли цепнухи закидывай, помогай. Да, хорошо. На 40 чековать тоже делал. На 9 минут. Ну вот прям видно, что хилы нормально хилят, блядь. Мы же урон делим, я думал, тут поменьше должно прилетать. Да там нет, тяжело это прохиливать, с учетом того, что, ну типа это почти как зима дамажит, а мы в 2 таргетных хила. Я что-то типа... когда смотрел стрим еще, кстати, вот, у Кирилла, они вообще почти... Господа Клац? Ну, у них Аршам, типа. У них сейвы есть под это. У них Аршам, тем более. Он просто кинул одну цепнуху, она прокнула, и все, они все фуловые. У нас так не работает. У нас тоже есть бэнди, цепнуха кинула, и все. Я не сказал ему. My bad. Долю засумоньте на Аршаме. А у меня это что, Аршам есть здесь? Настюха научилась давать репитенс. Вау.
Что такое repeatance? Просто типа цепнухи покидаете, все плохо. Repeat это повтори. Паралич, repeatance. Ну что, вроде нормально было. Я что-то не понял, что-то я не понял, почему меня убило. Ну я на рейнджесте, я просто смотрю. Не-не-не, мне не должно было. Я хочу тебя, и тебя просто ебашит. Не, по ощущениям, типа, мне пожирающее пламя вообще урон не снизилось по мне от него. За 17 тысяч мне с него удало. Так что это был то пожирающее, которое было... Так это было пожирающее под сакрой и под этим. Это было под сакрой и под айсбаундом. Сакра, по-моему, на пати только действует, нет? А, типа... Ну подожди, если ну да, кстати. Тогда можно тебя закинуть. Реслин, ты тогда смотри, ты... Ты жми 50% и сокру второй раз. Так он с ним в пати. Там два пала в одном пати. Это не без разницы. А, он зеро набил. А. Понял, Реслин? То он меня убил, потому что ты... Ты же просто, да, типа ты нажал-отжал, да? На Реслин, правильно? Или что? А что ты сделал? Ты ну, типа ты сокру нажал именно полностью, типа чтобы она не отменяла ее, да? Так а почему здесь Реслин, если там сакру давал глюкнул под это? Или я ошибаюсь? Скажи просто, ты давал сакру, типа, ну, ты отжал ее или нет? Все, понял. А что, на ледяной мы АФК стоим полукругом, ждем бурстов или сразу? Геру ждем. Окей. Ледяной. Так а вы же не нажимаете Геру или вы нажимаете Геру? Нажимаю. На 80 тыкаем. А что за ледяная? Масло еще выпить, печка и глю. О, блять, масло намазать точно. После этой хуйни, когда 40%, то он 10% и нас перекидывает в ледяную, да? Да-да. Вот, ледяной нас перекидывает, ты стоишь полукругом, там все прохиливается, а ты стоишь и ФК не бьешь. Да. И после 20 надо... Так, все, я запускаю. 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, пул. Боже, я типа, я не посмотрел, когда там кольцо тьмы вставал, он мне гим кикнул. Мне гим ни одного тика не успел. Чуть-чуть, ну. Все хорошо. Если бы там гим хотя бы один тик бы прошел, мы прохилили. My bad. Он кольцом прям фул. Он просто отбрасывает, типа, ну. А, все понял. Ну, я начал кастовать гимн, меня инстантно отбросило. Ну, вот, все понял. Гер, давай. После кольца сбегаемся. Сбежались. Еще, конечно. Разошлись. У меня бес рипнулся. Херово. Так, готовьтесь, давайте, сейвы, танки. Жмите. Зеро на Вайт Фьюри, кстати, не очень хорошо. Ну ладно, возьмем. После этого сбегаемся. Мы сбежались. Разошлись.
Так, готовимся свои сейвы кидать. Глюж мне бабло сакру. На своих сейвах сейчас. Сбегаемся, 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 сбегаемся. О, разошлись. Танки, сейвы жмите по откату. Свои сейвы жмите? Нет, танки по откату жмет. Так, бежим за мной быстрее. Сюда, сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Он сейчас я сыграю лучше. Мастер вообще дашь на огонь. Жми. А, все уже. Разошлись, разошлись, раньше набрали. Вокруг босса просто разойдись. Босс не бейте, босс не бейте, босс не бейте, босс не бейте. Просто раньше набрали. Печку не декурси. Да, все, можете не декурси, декурси только хилов танков. А, и чем делать? Да? А, да, ждем 6 мингер. Кого не декурсите? Ну, короче, декурсите только танков и хилов. Свечку не декурсите. На сколько я могу отойти? Ну, на 6 минут. Все, отлично, скоро буду. Блять, а кто манну резал? Проходит полчаса, возвращается печка. Ща, а я ж могу сейчас беса присуммонить, чтобы... Ты можешь побить? На следующей фазе он всегда пропадет. Так а чё вам ману сейчас порезать? Ну так да. Но мне убить надо будет. У меня там маны много. Типа она у меня... А, типа с проклятием, потом меньше дамага походит. Он Бентли сидит подхиливает, это Бентли тоже декурсите. Так чё, мне беса резать или нет? Не надо. Давайте я Азерона иглю, а... Встаньте, где Азерона стоит, еще кто-нибудь один. Че печка, пускай босса бьет как синку, ману рез я. Я иду уже. Да не, это сложно, я чай себе пойду поставлю, ща буду. Вот сука. Ща у меня щади откатится, я фу ману зарядили. Ману все бьет. Блять, короче, смотрю сейчас на стрим там этот. Ну вообще неплохо, прогресс нормальный у нас. Я смотрю, короче, как мои там сидят в каре, блять. Боже, какой там нищий на лице, блядь. Гомель анонсит. Я лучше? Через метку дай зубы по чуваку, который, ну, типа, жидкий, блядь. Он дает метку, на которую сбегаемся. Шубанутый, блядь. Получается, я лучше, да? Это пиздец, я тебе говорю, на. Но мне ловится все равно топ-1. Ты... Кстати, вот типа, ну, я говорил, что я не понял, почему меня шотнуло в тот момент под айсбаундом и сакрой. Вот сейчас опять на меня было пожирающее. Вы нажали два сейва, типа айсбаунд сакра, мне плохо поток снял. КЗ. Ну шо, да, не было 100%, на. Сам не доиграл. Реально подбивайся, блядь. My bad. Как обычно. Не, ну это говно, короче, мана не реагирует. Давай там собаку вызывай. Да не, КД, красиво. Можно поигрывать на 100%? Минуты еще. Сколько? Ну, 10 секунд ты надо. Кстати, насчет этой хуйни припота на стан. Он его заранее пить или ты можешь... Да, заранее, заранее, заранее. Его заанонсить, например. Ну,
в кого босс кастует? Типа там видно. У вас же касты включены. Что кастует? На тебя зов... кастуют, тебе кричат, ты делаешь блинк. Зов чего-то там, там. Ты делаешь блинк из рейда, нажимаешь это хуйня. Че мы, кстати, геру жнем, да? Да. Только давай ПВПшник, это не заслакуй, пожалуйста. Заслакуй, блядь, пошел. Всех заебашивался. Бентли, то же самое, я тебе давал эти зелья от спинения. Если в тебя кастуется там этот зов, что-то там, да, зов мертв, там эта штука, выбегаешь на нитро-ускорителях, подальше жмешь ту штуку. Бля, вот без рофлов я понял, короче, что лучше всего, знаешь, как делать? Пускай просто стоит, ну, типа, вот, ну, я не говорю, что... Когда чел стоит просто в этой же пачке, блядь, и какой-то один милишник просто начинает его долбить, нахуй, даются ему ходж, и просто ебанит. Типа, выводить? И даже если его убьет, вообще похуй. Типа вот то, что он начинает убегать, там банты его как-то сбивают, он начинает хуярить по рейду, вот это намного жестче. Тоже почили, короче, сами диспелли. Ну, типа, я вот это понял. Диспелли там, блядь. Да я диспелли и так, блядь. Что лучше его убить, ну, вот задержались вылетами, так похоже. Надеяться на то, что там его не собьют, нахуй, очень тяжело. Так, еще, да, перед тем, как мы будем переводить, ДД фласки выпить. У тебя Бентли, надеюсь, есть с собой? Да, конечно. Я даже БК. Вау. Да, нахуй, мажор, блядь. Чел пришел проходку делать. Я не понимаешь? Пиздец, достижение, блядь. Ты завидуешь мне просто. Согласен. Не, блядь. Кто ты такой вообще, чтобы ему указывать? Реально. Кто ты такой, блядь? Кто ты такой? Пивас был такой. Мы его в вагоне вели всей гильдии, нахуй. Там Яша с двумя бестыниями ходил, там ДПС давал 44. Сколько, 20-ку ты давал на дороге? Арислин, подбей трохи босса, блядь. По-моему, 23, нет. Вот танки. Ну надо, чтоб кто-то подбил. Ёж, что там, по нерсу. Пускай Бентли подобьёт. Скажешь, когда стоп, мы тебя побьём. Там перевод на 5,3 по хп. Тебе нужно 50, 22%, да, сделаем их. Да. Но РЛ под пивас, конечно, блять. Кто? Я? Ну а кто я, что ли? Блять, ты наебал. Диспелли... Ой, это декурс не надо было на второй фазе. Только сейчас. На какой фазе, напомни? Он сказал, на второй. Ну, а я ночь. Я плюс-минус... Плюс-минус анонсить нормально начал. Последние пулы. Вот мои. Получше начали. Фулбурсты нахуй готовы. Гермич, смотри, если на тебе мстительная порча, не бей босса. Стой просто ФК. Сколько челов он в МК возьмет примерно? Эти, ну, если быстро забурстите, то 2, если медленно, то 3. У нас 2 скана, в принципе, они могут нормально бурстануть так. Ну я щиток прожму. Не говорю, мне кажется, проще считать, блять, ходж и уебать пацана просто и все. Вот Фери тут. Жалко, не глупо. Я вернулся. Здорово, печка. Привет, как дела? Печка, когда на следующую фазу перейдем, если в тебя кастуется каст, там вот... Ой, да, я новый фьюри СС пока кину. Если в тебя кастуется там зов внутри, зов мертвых, там что-то такое, абилка какая-то, ты выбегаешь и жмешь этот зелье спинения у тебя. Ну все, вы уже можете переводить. Арислин сейчас дотанчивает, и как только начинает дермить... А, Вотфир не пришел. А, Вотфир не пришел. А, Инрми, да, еще? Уже КД. А, ну все, да, сейчас этот, сейчас Арислин танчит. Вот когда... Бентли, бей. Добивай, я скажу, куда слопать. Сейчас, короче, дермиш, ждешь, пока стаки спадают, дермиш босса забирает и привозим. Дермиш, как только перейдешь на следующую фазу, даешь бомжей сходу прям. И этот, истерию поешь, блин. А далеко от рейда убегать? 3 километра. Блинка достаточно. Да, блинка на гоблине, ну у меня джамп похуй. У тебя же нинджа еще есть. Все, блять. Да мне ренджу понять примерно, куда выбегать. Пристопывайте. Сколько у меня? Да, все, высокая. Стопай. Все, бейте, дермич появился, давайте. А, дермич, все. Да, поддамаживайте. Сейчас будет каст, ждите. Бока фласки выпили. А на СПД? Все, приводите. Да, на СПД. Бока фласки на СПД. Выпил. Все, Геро фулбурст. Геро фулбурст. Бомжей. Истерия. Я за ночь. Звездопад не давайте. Азерон. Ой, это я, кстати. Азерона, да. Его можно потом вывести, ничего страшного. Босса быстро привезти.
Хаку. Хаку, выбеги. Нажми фласк. Так, сейчас раньше набрали, раньше набрали, раньше набрали, раньше набрали. Набрали раньше, набрали раньше. Набрали раньше, набрали раньше. Чего? Быстро. Твой тюри, ресы быстрее демидж. Выводите Азерону быстрее. Азерону выводите. А типа тебя хуярить? Да, 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 только не сильно. Так чтоб не убить. Соста, ой, в эфире вставай. А Хаку хуярить? Су-су-су, не бейте. Хаку законтрольте, пожалуйста. Хаку законтрольте, фиром, блядь, печка. Я фир, сдал ко. Фир сдал. Нету фира, блядь. Все, бейте Хаку, просто убейте его, я сейчас. Бейте его. Сичнем ему истерию на. Рэндж только, рэндж держите, не забывайте. Все, 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 ничего страшного, бейте босса. Все. Босса бейте. Дерми еще прохильте, ребахните ему каску и бейте босса. Мне просто сказали, блядь, 4 кнопки вывести. Все, печь, пожалуйста, хуярь будет. Смотрите, сейчас бубнет. Глюк, капочек. Ой, это еще не нажми 50. Куда может надо? Иннервейт залей, пожалуйста, по озероне сейчас. У меня 68. А, у тебя 60, когда? Кольцо мрака, да? Просто добейте все. Нормально, молодцы, молодцы. Бля, изи, печать постит, пацаны забирают. Бля, ну это точно мутик, Яша, блядь, я тебе говорю. Чё, о, нидик, какой плащ, какой плащ, какой плащ. Бля, пацаны, нидим. Как хорошо, что вы не сложно. А чё, вообще рулить ничего нельзя? Было не сложно, потому что у тебя хилы умеют играть. Если бы ты зашёл сюда с двумя новичками на хилах, ты бы этого босса в жизни не убил. А можно я паролю ради, интересно? Я говорил, что здесь типа нет. Парни, на вас на проходку взяли, они... Я же говорю, вот, ради можете, можете кинжал паролись, вот. А плащ? Паролись. Не, плащик хотим. Все. Не отдам. Пиздим плащ, короче. А, обменяй плащ на пиздец. 45. Все, да, лут. Нидим. Дайте мне этот, блядь. Ресните. Типа, это было несложно, только потому, что вам на дамагерах ничего делать по факту не надо. Типа, я вам все заанонсил. Я привык, я просто сидел, блядь, такой. Типа, я вам все заанонсил, что надо делать, и все. Остальная работа. Ну, типа, вы же не видите, что я делаю, там, как прохиливать. Тут на самом деле весьма проблематичная херня. Да, да? Он сидит под пивом, нахуй, кнопочки тыкать, шилдики, и все, блядь. Вот все делает, парни, не служите его нахуй. Глю, предлагаю тебе этот. Добродушно отдать этот плащ мне. Тебе нахуй это. Изи, пацаны, заврал, блядь. А сюда! Глю, да, плачь. Это надо глюшечки, нет? Он не переролил, сюда. Я помню, короче, чел ролл 3 кидает, я, блядь, один. Чел дурак, пизди шмотки у Холи Паладина, все видят, нахуй? Это Войт Фьюри Хокуапля. Всё, ролю, брат. 35, отсталый. Бля. Всё, господа. Было очень интересно. Один месяц, нахуй. Наконец-то плащ получил. Да, на next кд зовите на фул. Нет. Пидорасы. Лазерон, ты где? Все. Скидываю га.